Каждый из нас слышал про автопилоты и систему распознавания речи. Эти современные задачи полностью основаны на нейронных сетях. Наш открытый курс называется «Нейронные сети» и рассказывает о том, как они устроены, как работают, а также как при помощи нейронных сетей решать современные задачи. Любой студент наших образовательных проектов может посещать этот курс. Мы ждем на курсе тех, кто обладает навыками матанализа, кто проходил курс по теории вероятности и умеет программировать на Питоне. Многие студенты не имеют доступа к подобным курсам офлайн, а курсы онлайн оказываются очень простыми или не имеют практики. Мы с самого начала объясняем, что такое нейронные сети, как они появились и устроены. Рассказываем, как решать задачи по генерации и распознаванию изображений, синтезу текста и речи. Наш курс хорош тем, что мы преподаем современные темы, которые преподают в ведущих вузах мира, но при этом еще дополнительно ребятам даем практику, объясняем какие-то непонятные моменты, даем возможность напрямую пообщаться с экспертами, которые, собственно, каждый день программируют эти нейронные сети. Основная перспектива курса – это возможность начать свое развитие в области нейронных сетей. Для выполнения практических домашних заданий требуется оборудование, которого нет у студентов. Особенность нашего курса в том, что мы выдаем это оборудование. В конце обучения студенты презентуют курсовой проект, который выполняют в небольших группах. Прямо сейчас у нас работает 3 стажера, которых мы взяли по итогам этого курса. Приходите на наш курс, чтобы начать работать с нейронными сетями.